В нашей стране ведется активная реализация восточной газовой программы. В 14 регионах Сибири и Дальнего Востока компания «Газпром» обеспечивает эксплуатацию и строительство газотранспортных систем. Кроме того, компания подписала договор с правительством республики о социальном партнерстве. В чем заключается такое сотрудничество, расскажем в нашем следующем материале. В период строительства и эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири» компания «Газпром Трансгаз Томск» в Якутии, в том числе и в Нерюнгринском районе, ведет работу в сфере социально-экономического развития. В рамках соглашения об информационном взаимодействии правительство республики предложило план мероприятий совместной деятельности. Представители компании подтвердили свою готовность работать в этом направлении, и первые шаги уже сделаны. С приходом нашей компании «Газпром Трансгаз Томск» на землю Якутии, с правительством Якутии заключен договор социального партнерства. И в рамках социального партнерства мы в районе оказываем благотворительную помощь. Но не только района, но и малочисленным народам севера. Таким образом, один из примеров в этом году на день оленевода победителю в конкурсе с оленями упряжками был вручен победительнице Семеновой Надежде «Тенькоход Буран». Борьба за главный приз на соревнованиях в день оленевода была нешуточной. Ведь такой приз, как снегоход, для оленеводов – это не роскошь, а необходимость. Снегоход – это является одной из первых видов транспорта, который помогает им в перемещении с места на место, во время кочевания, подвоза воды, дров. Без этого им очень сложно работать в этой сфере. В процессе сотрудничества компании «Газпром» с руководством района успешно решаются разноуровневые задачи. Это благотворительная помощь учреждениям, установка детских спортивных площадок, финансирование строительства дорог и многое другое. Любое промышленное предприятие, производственное, это, конечно, большая значимость для муниципалитета, потому что это рабочие места, это производственные мощности, это люди, которые привлекаются на территорию района. Основная деятельность, конечно, связана с объектом «Силы Сибири», с строительством эксплуатационных станций. Социальное сотрудничество будет продолжено. Сейчас газовики готовят еще один подарок для представителей малочисленных народов Севера. Уже не секрет, что это будет спортивная площадка для детского сада «Золотиночка» в селе Иенгра. А к 2022 году в рамках программы «Газпром детям» планируется построить современный хоккейный корт в поселке Чульман.